президент Российской Федерации Владимир Путин. Сегодня состоялось без преувеличения очень большое, важное, знаковое событие для всех наших государств. Подписана конвенция о правовом статусе Каспия. Это международный договор, который содержит детальный и объемный свод правил и обязательств по использованию и сохранению нашего общего достояния Каспийского моря. Конвенция является своего рода конституцией Каспийского моря. Она призвана урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных стран, а также стать гарантом безопасности, стабильности и процветания региона в целом.